Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами о еле Глуака пендула. Эта ель представляет собой изящную, узко-прямостоящую пирамидальную форму, обладает быстрым ростом до 30 см в год. Жесткие густые побеги образуют эффект каскада. При помощи правильной формовки ель можно придать разную форму, высоту и очертания. Очень эффектная и достаточно редко встречающаяся ель была найдена в Версале во Франции в середине 19 века. У нас эта ель есть в наличии у нескольких польских питомников, например, в питомнике Форманёк. Проект вы можете скачать в нашей группе ВКонтакте.